И дан старт призу в честь 85-летия Краснодарского края. Ну что же, никто особо не торопится. На Дронго Юрий Кулинич, как всегда, в засаде на бросок. Компат Парс и тут же хит Generate. На нем Мирбек Мамуров берет далеко в поле. Едут явно тихо, никто никуда не торопится. И хит Generator вывозит Мирбека в лидер. На втором месте Комбат Барс, полевой по бровке тут же Анзор и Промастер, Форвард и Дронго. Ну, смотрите, все сидят, все едут пешком. Магомеда Камышева в этой скачке не хватает, он бы воспользовался этой ситуацией, ну, по крайней мере, попробовал. Перед трибунами скачку ведет Комбат Барс, Хит Generator вторым, на третьем месте Промастер, четвертым Форвард и тут же Дронго. Своей излюбленной позиции для броска. Перед трибунами без изменений диспозиция не меняется. В поворот первым будет входить Хит Generator. Мирбек Мамуров лидирует. На втором месте Комбат Барс, тут же Промастер и Форвард. Ну и Дронго на нем Юрий Кулинич улучшает позицию по бровке. Лошади преодолевают поворот. По-прежнему на полкорпуса впереди Хит Generator. На втором месте Комбат Барс. Тут же Форвард подъезжает, Промастер между ними. И Дронго все так же в засаде. По противоположной прямой без изменений. Но компания идет очень кучно. И вперед полевой стороной выходит это кто? Форвард. Форвард повел скачку по противоположной прямой. Нет, это Хит Generator. На нем как-то Мирбек Мамуров далековато поле. Тут же Промастер. Форвард между ними. Дронго выходит на четвертое. Комбат Барс пошел назад. Скачку ведет Хит Generator, но тут же по бровке Промастера, между ними Форвард. Втроем они лидируют в борьбе, а Юрий Кулинич их караулит по бровке и будет сейчас делать бросок Дронго. Промастер и Форвард выходят вперед, и они лидируют в борьбе. Хит Generator тут же третьим полем. Дронго сейчас сделает свой бросок, наверное. Итак, финишная прямая. Скачку возглавил Промастер и тут же Форвард. На третьем месте Хит Generator и Дронго четвертый. Ну что же, где бросок в исполнении Дронго? Будем ждать. Форвард и Промастер ведут борьбу за лидерство на последних метрах дистанции. Борьба между ними продолжается и подлетает Дронго, но Дронго валится в бровку. Ну вот бросок Дронго. Вперед выходит Форвард и тут же Дронго полевой стороной. И Дронго, и Промастер, ну и Форвард. Но все же Дронго был впереди на полкорпуса.